И последнее. Сегодня в Якутске завершились третьи республиканские соревнования по пожарно-прикладному спорту в память подполковника внутренней службы Заровняева Егора Никитича. Побороться за кубок приехали ребята практически со всей Центральной Якутии. Подробности далее. Вот уже несколько лет соревнования проходят на учебно-тренировочном полигоне МЧС по Якутии, которым в течение 17 лет руководил Егор Заровняев. Но в этом году финальная часть прошла на стадионе Туймада. Друзья и сослуживцы с теплотой вспоминают о своем друге. Благодаря труду Егора мы сейчас уже в сборную привлекаем в том числе и девочек, женщин, которые показывают достаточно высокие результаты, растет интерес населения к пожарно-прикладному спорту. В соревнования принимает участие 5 команд, представляющих подразделения федеральных и региональных противопожарных служб Якутии из 5 районов республики и города Якутска. А также ряд команд выставили школы республики. Среди фаворитов этого года выделяется жатайская команда. Мы очень рады, что мы участвуем в Кубок памяти Заровняева Егора, потому что благодаря ему мы начали дальше продлили этот вид спорта для себя, для школы. Да и потом ребята, и благодаря этому спорту многие поступили по службе МЧС, по линии МЧС, военные. Бондарева Катя уже 4-й год занимается этим видом спорта и говорит, что пожарно-прикладной спорт ей просто нравится, в отличие от других. Я установила свой личный рекорд. Пробежала даже на удивление очень хорошо для себя. А вот Коля из Усть-Алдана уже целенаправленно занимается именно этим видом спорта, чтобы в будущем стать пожарным. Считаю, что это очень хороший спорт. Я хочу стать пожарным, и вот и занимаюсь пожарным прикладным спортом. Состязания проходят по 4 дисциплинам. Преодоление 100-метровой полосы с препятствием, подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни и боевое развертывание. Все участники и организаторы надеются, что данный вид спорта будет только развиваться в нашей республике. И в скором времени появятся свои кандидаты и мастера этого вида спорта. Виталий Абрамов, Андрей Секритов, НВК САХА, Якутск.